Всем большой привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Валентина, и сегодня я хочу показать вам находки из секонд-хендов города Харьков. Я живу в городе Мариуполь, моя мама обитает в Харькове, и я уже снимала ролик на подобную тему. Сегодня будет вторая часть. Рассказываю, что же ко мне приехало. Первая позиция, вы можете наблюдать ее на мне, это вот такая вот классная кепка моряка белого цвета с июля. Я такую искала. Даже думала заказать себе на Алиэкспресс, но там материал полиэстер, плюс она такая тонкая, хлипкая, и у многих на голову она не садится. Я как-то рассказывала об этом мечте своей маме, она говорит, так у меня дома лежит, и вот прислала мне. Я безумно в нее влюблена, просто, знаете, тысяча образов уже в голове нарисовала. Как ее можно носить, конечно же, вот как я сейчас одела ее с тельняшкой, с джинсами, с белой мини-юбкой, с кроссовками, с кедами-конверсами. Я очень надеюсь, что этот тренд не мимолетный, и я смогу еще походить в этой шляпке, например, весной-летом 2022 года. Очень нравится мне. Следующая вещь из посылки. Я даже не знаю, помещается ли она в кадре, но этот плед сложен в 5 раз. Он невероятно громадный. Он состоит из таких вот квадратиков вязаных. Мне очень нравится, что здесь есть неоновые вставки. Я в этом году просто помешалась на этом оттенке. У меня уже и сумка есть холщовая с неоном, и к ней кардиган подобран, и носочки. Я думала одни, а по факту у меня их трое. Все вот такой вот гамме. Пальто с подкладкой, точнее тренч с подкладкой неоновой. В общем, понесло. Этот предик я оставляю у себя. У меня даже, наверное, диванов столько нет, сколько уже пледиков красивых скопилось, но я с ними не могу расстаться. У меня есть такой вот в винтажном стиле с объемной вышивкой, есть вязаный с ярко-розовым кантиком, и теперь вот такой вот еще красавец есть. Я сейчас живу на 3 дома. Вот этот вот мой дом, где я непосредственно снимаю видео, где у меня моя как мини-студия оборудована, мой парный дом и дача. И вот я развиваюсь между этими 3 уголками. Так вот, я люблю приехать сюда, сесть за ноутбук, заварить себе чашку чая, укутаться в этот плед и монтировать видео. Совсем забыла, я же хотела разыграть такую вот сумку. Победитель будет один. Для участия нужно поставить этому ролику лайк, быть подписанным на мой канал и оставить комментарий. Желательно с контактной информацией, чтобы я, когда потом рандомно с помощью приложения выберу победителя, могла связаться. Потому что несколько раз уже такое было у меня, что я разыгрываю какую-то вещь, а потом человеку пишу в комментариях, что вы выиграли, а ответа не поступает, и приходится проводить повторные розыгрыши. Поэтому желательно, чтобы это была страничка в Инстаграм, либо какая-то почта. Итак, смотрите, такая черная сумочка, она стоит спереди из комбинации кожи и замши. Ручки у нее металлические, сзади просто квадратики кожаные, одно отделение. Судя по внутренностям, она винтажная, так как у нее такая, вот, знаете, ретро-подкладка, как будто бы как фетровая. Внутри один отдел, просто за подписку и комментарии можно получить такую сумку. Доставка будет по всему миру осуществляться, поэтому просто подписывайтесь и желаю удачи. Так как я сейчас снимаю параллельно несколько видео, впереди у меня коллекция жакетов, у меня не осталось тремпелей, чтобы повесить блузочку и показать вам ее на вешалке. Итак, это вот такая вот красивенная, я даже не могу сказать, что это блуза, это как накидка какая-то, как пончо с рукавчиками. Здесь подплечники, полностью расшитая бисером, пайетками. Это ручная вышивка, сделана в Китае, размер здесь не указан. Написано просто, что это best quality, embroidered made in China. Все, очень красиво. Представьте, вот, да, вот такую вот вещь на самое обычное платье накинуть, на гольф, да, допустим, мы пошли на работу в каком-то гольфике и юбочке, а вечером какое-то торжественное мероприятие. Чтобы не ехать домой, нужно положить с собой вот такую вот вещь, накинуть, все, уже будет по-другому смотреть. Для такого фаната вышивки, как я, вот такую вещь пропустить невозможно было. Моя мама, зная о моей любви к таким изделиям, конечно же, прикупила мне ее. Я пока не знаю, как ее судьба будет. Скорее всего, выставлю свой аккаунт Showroom Trendy Forever. Я, если честно, даже сейчас не успеваю выставлять все то, что покупается в аккаунт, потому что обновление у меня среда-пятница в 20:00. Я добавляю там 10-12 вещей, а покупалось в разы больше. Мы в красной зоне, секонд-хенды закрыты, а я могу смело до Нового года, даже после Нового года снимать видео о покупках секонд-хенд, делать обновления в свой аккаунт. Вот, поэтому, если кто-то скучает по шопингу, я приглашаю посетить мой профиль в Инстаграм. И еще самое главное, в конце я покажу супер находку.
Я даже не знаю, как правильно назвать эту вещь. Это блуза или жакет. Бренд Кост, размер 12, стопроцентный шелк дикий. Очень красивый цвет, слоновые кости. Рукав 3/4. Здесь V-образный вырез, объемный ворот. Классный пояс, которым можно обмотаться и сделать акцентный бант на талии. Я когда-то уже показывала подобную вещь. У меня в аккаунте было выставлено только в мятном цвете. И мне очень нравится сочетание шелка с джинсой. Просто шикарно смотрится. И этот бы я тоже носила с джинсами, жакетик. Бренд Карен Миллен очень любит удивить нас какими-то чудаковатыми дизайнами. Здесь шикарное платье-комбинация, у которого идут асимметричные бретельки. Одна просто тоненькая, такая акцентная, а вторая украшенная цветами. Как будто бы, не как будто бы, это и есть вышивка, очень красивые лепестки. Размер это у нас указан 14. Материал шелк, подол асимметричный. Где-то начиная от бедра начинается вышивка, как слоями, в районе груди драпировка. Боже, это просто великолепное платье, какое оно шикарное, а и оно мега универсальное, его можно вот носить как вечерний, да, как коктейльный вариант, можно его в кафе, можно сверху жакетик, и оно уже будет так более приглушенное смотреться, можно сверху объемный свитер, грубые ботинки, и такой вот гранжевый будет оттенок, шикарно, мне очень нравится. Обожаю шелковые изделия, и это у меня платок. На бирке указан 100% шелк. Красивое сочетание оттенков. Здесь и салатневый, и бирюзовый, и синий, и между собой такая геометрическая какая-то взаимосвязь здесь нарисована. Очень стильно смотрится. Тоже снимали на днях примерку для моего следующего видео коллекция жакетов. Использовали активно вот этот вот платочек, и он очень классно вписывается во все образы. Его можно как чалму, можно как он задумывался. У этого платочка есть дефект, я его не буду выставлять на продажу. Оставлю его для стилизации своих образов. Этот дефект, знаете, когда был ценник, бирка в магазине прикреплен, и потом, когда вынимали вот эту вот проволоку, то она оставила дырочку. Вот, к сожалению, ничего страшного, в носке это никак не привлекает внимания, никак не делает эту вещь некачественной, будет смотреться хорошо. Следующее изделие – это блуза бренда Фархи, 100% шелк, размер 40. Кстати, хотела сказать, что если вы смотрите ролик, и вам какая-то вещь нравится, вы переходите в мой аккаунт Showroom Trendy Forever, ее там не видите, вы можете просто сделать скрин экрана и прислать мне, потому что я, может быть, не успела еще добавить ее в обновление. Вот, и возвращаемся к блузе. Очень интересный цвет. Синий. В сочетании с серым и белым. Но синий не яркий, такой контрастный, королевский, а приглушенный, такой серо-синий. Хорошие вырезы, также здесь декорация с помощью банта используется. Мне нравится ширина бретелек. За счет нее можно носить нижнее белье, и оно не будет выглядывать, потому что у меня есть шелковые майки на тонких бретельках, и там только лиф и бюстье подходят. Здесь же можно носить все, что удобно. Это у нас свитер Saint Michael для Mark & Spencer, сделан в Гонконге. Свитер на 78% состоит из акрила, но 22% шерсти. Прощается ему такое не совсем равномерное сочетание материалов за счет того, что у него классный спереди дизайн. Объемная вышивка, элементы этно, очень хорошо смотрится. Такой он не короткий, то есть хорошо будет прикрывать поясницу, что немаловажно. Рукавчик повторяет этнический орнамент низа самого изделия. Воротничок стоечка. Размер сейчас подскажу, потому что что-то я запамятовала. Размер это у нас 12. Мне пора уже, наверное, выставку открывать вот такими вот сумками, расшитыми бисером. В каких только цветах уже нету, и красные, и розовые, и черные, но вот зеленой не было. Очень красивая. Внутри один отдел и два карманчика. Один карманчик на молнии, второй просто вот боковой. Застегивается на кнопочку и носится на длинной ручке, которая тоже выполнена из бисера. Мне кажется, даже вот сюда, под мою тельняшку, хорошо смотрится. Вообще, тельняшка такая универсальная вещь, оказалось, тоже, опять-таки, на выходных, когда снимали ролик про жакеты, мы очень много времени ему уделили. Почти везде эта тельняшка отлично вписывалась.
Ну, а что касается сумки, честно говоря, хочется преклониться перед той создательницей, которая ее воплощала, потому что здесь столько работ. Я вот вижу каждую эту бисеринку. Конечно, я понимаю, что у рукодельниц уже там и техника выработана какая-то своя, и скорость не такая, допустим, как вот я вышиваю. Я могу неделями вышивать одну брошку. Да, у меня есть аккаунт «Крошки-брошки», кто не знает, где я делаю изделия из бисера. Но здесь это просто... Вау. Еще одна шелковая майка-блуза, бренд Selective. Я фанат вот этого цвета. Какая красота. Я даже не знаю, как его правильно называть. Приглушенно-бордовый, грязно-розовый, ало-серый. Очень красивый оттенок, благородный, повторюсь таки. Просто такая вот базовая вещь на все времена года, потому что ее летом мы можем с какими-то льняными или шелковыми брючками носить. А сейчас можно с шерстяным костюмом, а зимой можно под джинсы сверху накинув какой-то теплый кардиган из мохера или альпаки. Весной под косуху и кожаные брюки будут изумительно выглядеть. Следующая блуза тоже шелковая, это бренд Minuet, размер 12. Эта блузочка идет слегка укороченная, очень красивая оттенка. Можно сказать, что это светлые таупы с черными цветами, как будто бы такая акварельная роспись на блузе. Но это не акварельная, это сама такая ткань. Рукавчик здесь укороченный, застегивается спереди на ряд пуговичек черного цвета, тоже очень-очень красиво. В моем профиле Showroom Trendy Forever очень много шелковых вещей, иногда попадаются там акрил либо полиэстер, но это, значит, какой-то фасон супер классный у этого изделия. А так, конечно же, акцент на натуральных тканях. Шелковый жакет от бренда Isabella Ritz, размер 42, цвет такой. Но вообще, вот в шелковых изделиях вы, наверное, заметили, что очень необычные оттенки. Здесь серо-синий, плюс еще добавлена вышивка такая красивая, карманчики боковые имеются. Жакет классического кроя. И знаете, мне даже нравится, что здесь вот вышивка из разных оттенков. Я люблю играть с цветами. К примеру, беру вот такой вот жакет, подбираю брюки вот этого бежевого цвета, получается такой тандем. Далее беру платье вот такого нежно-голубого цвета, желательно платье-комбинация. Сверху жакет будет супер смотреться. Берем синюю блузу, тоже шелковую, под этот жакет. Тут сюда какие-то джинсы, и тоже удивительно. Я когда вижу какую-то вещь, у меня вот сразу, знаете, как начинаются какие-то вспышки, так, и я уже вижу, как и с чем я смогу ее носить, как я смогу преподнести, чтобы это было более выигрышно. В общем, во мне включается какое-то волшебство. Ну и заключительная вещь, которую я вам хочу показать сегодня, это жакет небесно-голубого цвета бренда Bottega. Это оригинал, 100%. Куплен не на заводе. Жакет как будто бы твидовый, но в сочетании с катоном. У него представлен ряд пуговиц совершенно невообразимых, разнообразных. Очень напоминает Лиза Кавалетти. У меня тоже подобное изделие есть этой торговой марки. Рукавчик здесь слегка укорочен, спинка более спокойная. И, конечно же, есть карманчики спереди. Они также украшены такими замысловатыми пуговицами с узором, как будто бы под старину украшенные. И на этом я видео буду заканчивать. Большое спасибо, что были со мной. Не забывайте, что можно поучаствовать в розыгрыше, получить сумку в подарок. Доставка по всему миру за мой счет. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что понравилось из показанного. И, конечно же, не забывайте про мои социальные сети. Буду рада видеть вас там. Хорошего вечера, улыбок, добра, всех благ.